Всем привет! Вы на игровом канале Барона Аграфона. Библиотека Nintendo Switch богата на разные жанры, но есть такие жанры, которые, к моему сожалению, не сильно богаты на хорошие игры. Так, на Switch обстоят дела с гонками. Да, если полистать библиотеку Switch, то вы найдете более сотни разных игр в этом жанре, но достойных, которые работают хорошо и в принципе интересные игры, не так много. В сегодняшнем видео я представляю вам подборку лучших, по моему мнению, гоночных игр на Nintendo Switch, в которой будет не стыдно играть и получить максимум эмоций от этого жанра. Друзья, если вам понравится этот ролик, то поддержите его лайком и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить дальнейшие ролики. Возможно, будет вторая часть подборки лучших гонок на Nintendo Switch, поэтому все, друзья, зависит только от вас и от вашей поддержки. Большая вам благодарность, друзья. Всем приятного просмотра, а мы начинаем. Breakfast предлагает множество вариантов улучшений и персонализации. Может быть, вы готовитесь к гонке на выживание? Тогда лучше установить усиленный бампер, каркас безопасности, боковую защиту и так далее. Решили поучаствовать в гонке на ведрах? Тогда улучшите мотор, ставьте новые фильтры, топливную систему и так далее. Боевых гонок лучше, чем в Wreckfest, вам не найти. Уникальный игровой процесс, захватывающий гонки без правил с напряженными моментами. Возможными только благодаря сверхреалистичной физической модели. Участвуйте в головокружительных заездах, сейте хаос на безумных трассах, пересечениями и встречными движениями, или выезжайте на арену для дерби и становитесь королем разрушения. Продуманные настройки меняйте не только внешний вид машины, но и ее защитные свойства. Навешивая на машину дополнительное железо, вы повышаете ее прочность. Но это также увеличивает ее вес, что влияет на управление. Модифицируйте машину и превратите ее в непобедимый танк или хрупкую, но скоростную ракету, да во что угодно. Сетевая игра, уничтожайте своих друзей и станьте королем разрушений. Режимы испытаний, садитесь за руль комбайнов, газонокосилок, школьных автобусов и как следует повеселитесь. Режим карьеры. Участвуйте в чемпионатах, зарабатывая опыт, открывая улучшения и станьте величайшим гонщиком в Wreckfest. Картинка на свече более чем достойна. За то время, что я провел в игре, производительность была стабильной и комфортной для игры. В игре есть русская локализация. Друзья, хочу вам посоветовать магазин Limited Run Gems. Там вы сможете приобрести карту оплаты для покупок игр в Nintendo eShop. Доллары, евро, йены, злоты. В магазине вы найдете карты пополнения на любой вкус. Также в магазине вы сможете приобрести подписку Nintendo Switch Online. Не один раз совершал покупки в этом магазине. Все быстро, удобно, а самое главное, дешевле, чем у конкурентов. Магазин Limited Run Gems. Ссылочка на магазин в описании под видео. Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Почувствуйте азарт погони и получите настоящий драйв в Need for Speed Hot Pursuit Remastered на Nintendo Switch. Дайте волю неистовой жажде скорости, примерьте на себя роль преступника или служителя закона и носитесь на самых крутых и мощных машинах мира. Перехитрите копов или нейтрализуйте нарушителей, используя свой арсенал в невероятном мире захватывающих гонок, где можно состязаться вместе с друзьями. Безрассудно рассекайте по дорогам, участвуя в поистине будоражащих гонках. Революционная система AutoLock позволит вам состязаться со своими друзьями в захватывающих погонях и гонках, а также автоматически подберет испытания, основываясь на активности друзей. Эта динамически подстраивающая система разработана специально для дружеских соревновательных гонок, и теперь она поддерживает кроссплатформенную синхронизацию и новый многопользовательский режим. Играйте с друзьями, используя любую удобную платформу. Сразу же после запуска игры получите основные DLC, в том числе дополнительные 6 часов игрового процесса и более 30 испытаний. Новые достижения, обтяжки, цвета, авто, более стабильная работа игры, обновленный фоторежим, галерея, а также целый ряд улучшений обеспечит вам совершенно новый игровой опыт. В игре есть русская локализация. Mario Kart 8 Deluxe. С Nintendo Switch играть в Mario Kart можно где угодно, когда угодно и с кем угодно. Устраивайте гонки с семьей на больших экранах гостиной. Играйте в парке или возьмите консоль к другу. В режиме беспроводная игра. До 8 человек могут участвовать в локальных гонках. Если вы играете в настольном режиме или режиме ТВ, то до 4 человек могут устраивать заезд на разделенных экранах в многопользовательском режиме. Подключитесь к интернету и бросьте вызов игрокам со всего мира. В каждом онлайн-заезде могут участвовать до 12 игроков. А если два игрока находятся в одной комнате, они могут играть вдвоем на одной и той же Nintendo Switch.
Марио, Луиджи, Пич и другие любимые персонажи из серии Super Mario, а также новые гонщики, включая Бу Короля, Купа Скелета, Баузера-младшего и Иклинга из Сплатун, примут участие в веселых гонках. Помимо гонщика, вы также можете выбрать транспортное средство и подобрать для него нужные колеса, планер и так далее. Соревнуйтесь на земле, под водой, в небесах и гоняйте по стенам и потолкам на 48 трассах. Mario Kart 8 Deluxe – это идеальный вариант для онлайн-заездов, ибо тут вы точно найдете себе соперников из-за очень живого онлайна. В игре есть русская локализация. Burnout Paradise Remastered. Докажите всем, что скорость – ваше второе имя, и доминируйте на открытых улицах Paradise City. Проверьте пределы мастерства и выносливости, откройте для себя новые границы скорости. Гоняйте везде, от улиц делового центра до петляющих горных дорог. Пробирайтесь сквозь трафик, сбивайте соперников, ищите короткие маршруты в открытом городе. Оставьте друзей глотать пыль и проложите себе в путь к победе или установите масштабную и зрелищную аварию. В игру сразу добавлены 8 наборов дополнительного контента. В ней есть более 130 транспортных средств. Новые районы, которые можно исследовать, например, Big Stuff Island. И сотни сетевых испытаний. Ощутите прилив адреналина и неуемную жажду разрушений в одной из лучших аркадных гонок в истории. Игра полностью оптимизирована для Nintendo Switch с частотой 60 кадров в секунду, в том числе в ней реализовано управление картой с помощью жестов. Burnout Paradise Remastered – бескомпромиссная гоночная песочница, в которой можно играть с друзьями и на ходу. Ставьте рекорды скорости и разрушения на улицах города. Не жалейте ни свою машину, ни чужие. Оставляйте за собой шлейф материального ущерба. Вас ждут напряженные гонки и масштабные аварии. Призывайтесь друзей в сражениях по сети или объединяйте силы, сообща проходите сотни сетевых испытаний. В игре нет русской локализации. Grid Autosport. Начните карьеру профессионального гонщика, оттачивая мастерство управления самыми быстрыми в мире автомобилями. И одержите победу в невероятных гонках. Начиная от священного асфальта Индианаполиса Мото Спидвей и заканчивая узкими городскими улицами Барселоны. Обгоняйте соперников в режиме онлайн и в локальных беспроводных гонках для 8 участников или садитесь в бампер к бамперу в гонке на двоих на разделенном экране. Настраивайте управление и уровень сложности по вашему вкусу, от самого легкого до суперсложного, планку задаете вы. Также игра совместима с Nintendo Labo набор транспорт и рулями Hori Pro Deluxe и Pro Mini. В игре есть русская локализация. Вот такая вот, друзья, получилась подборочка лучших, по моему мнению, гонок на Nintendo Switch. Если захотите продолжение, друзья, обязательно поддержите лайком и подписывайтесь на канал, друзья. Всем большущая благодарность, друзья. Надеюсь, вам этот ролик понравился. Всем удачи, всем добра и пока!